18 мая 2022 года в Лондоне прошли съемки фильма «Heart of Stone» – «Сердце из камня» или «Каменное сердце». На фотографиях мы видим актера Джейми Дорнана и актрису Галь Гадот. Известно, что «Heart of Stone» – это шпионский триллер от Netflix и Skydance. В числе продюсеров есть и сама Галь Гадот. Мы знаем, что фильм будет про шпионов и секретных агентов, но я смотрю на эти фотографии, и Джейми напоминает мне Кристиана Грея, а Галь похожа на нашу любимую актрису Дакоту Джонсон в роли Анастейши из 50 оттенков серого. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.